день второй. Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? Если я встану, ты у меня ляжешь. Мне бы такой работы, чтобы поменьше работать. Вот оно чё, Михалыч! Вот оно чё! Я человек, измученный нарзаном. Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты. Теперь хоть из пистолета стреляй, не услышат. Милиция! Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали 5 мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта. Сейчас червей докопаем, позавтракаем и на рыбалку пойдем. Ложка 10-я. Эксперимент. 10-я, я считал, бля. Матрос ест вареную сгущенку. Ложками. Нереальная жопа. Это брат санкции. Снято. Почему я должен заправляться бензином? А как же? Твоя ходовая часть на бензиновом моторе. И это век электроники. Техника, тут соображать надо. Это тебе не картошку варить. Граждане, пейте пиво. Оно вкусно и на цвет красиво. А ты кефир местный. Рубу. Спасибо тебе, Михалыч. Ловкость рук и никакого мошенничества. Как адвокат советую взять самую быструю машину без верха. Кокаин, магнитофон для особой музыки. Да рубашки поярче. И свалить. Побывали в гостях у Андрюхи. Андрюха, именно. Помаши рукой ребятам. Ребята, привет. Да. Сегодня сказал, что с нами загуляет. Да. Загуляет. В Павловской, говорит, скучно. Поеду, говорит, в Карповскую вечером. Гульну, говорит. Правительство на другой планете живет, родной. Смейтесь, это шутка. Давай. Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно. Со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки. Я буду все это бить. Что это за пьяные выходки? Все, что стремится освободиться, мне не годится. Товарищи, мы здесь говорим, а там все стоит. Что стоит? Все стоит. У меня, значит, командировочка сюда. Так сказать, творческая. Как минимум. А вот мы по лесу идем. Вот раньше здесь была дорога. Дорога. И тут ездили на лошадях, на дрогах. Это был край поля. А теперь все заросло. К завтрашнему дню всех ежей побрить. Там болото. Там река. Там это самое, хатки. Черти, продукт суеверия и невежества. Да. Вот. Там хатки. Там почти что считать, что берлога.
12 часов. Время солнечных ванн. Почему вы не загораете? Вот туда надо идти. Да-да-да. Нет, я таблетки не люблю. Я ими давлюсь. Мне больше нравится рыбок разводить. Так что я в наркотиках совсем не нуждаюсь. Я и без них вижу жизнь живописной. У меня и справка есть. Стоп, 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 стоп! Сдается мне, джентльмены, это была...